Ну что, ребята, можем открыть сундучок, наверное. О, новый кубок. Сельский кубок. Ладно. Так, давайте попробуем. Откроем сундучки, посмотрим, что там. 3000 монет. Тяжеловоз. Тяжеловоз, что такое? Амортизаторы. 5 кристаллов и монеты. Главная монета. У нас уже почти 130 тысяч монет. Круто. Давайте поиграем. Сельский кубок. Стартанем. Может быть, и выиграем. Есть. Идеальный старт. О, кто такая? Ну, Ева пилоту. Ты кто такая вообще, алло? Ты чего, а? Я тут должен быть первым. О, она там застряла или что там все случилось? Короче, так ей надо. А мы, ребятушки, едем, должны первые приехать. Тачка у нас вообще не прокачанная. Еду вообще не на непрокачанной тачке. И достаточно-таки неплохо, я бы так сказала. Да, да, да. Выиграли. Первая позиция. За 29 секунд мы проехали. А ну Ева, пилоту, девочка там ехала, она, видимо, разбилась. Да, бывает. Есть идеальный старт. Едем. Ух ты, какое озерцо здесь. Ладно. О, ты тут с озерами, смотри, я смотрю. Одни озера, какие-то платформы добавили. Зачем-то. И без этих платформ тяжело ехать обычно. Но хотя, может быть, они даже и помогают. В чем-то. Ох, нифига, тут платформа огромная какая. Так, ладно. Едем. Проезжаем. Есть! Первейшее место. Самое настоящее первое место, ребятушки. Мы заработали кубок. Давайте посмотрим. А, нет! Подожди, вот третья. Ё-моё, почему я всегда думаю, что я уже выиграл, а тут еще потом бац, и еще третья гонка, которая тоже нам нужно, ребята, стараться выиграть. Но трасса, она обычно не сильно большая. Я смотрю, они коротенькие такие трассы. Угу. Все, оторвались. Хорошо, сейчас доедем. Так, монетки. Немножко ускорение. Опять какие-то платформы. О, мост тут даже есть, нифига себе. Еее, первое место. Отлично. Чуваки. И мы побеждаем. Берем кубок. А, сельский кубок. Спасибо. Немножечко сейчас проедем. И дальше идем. У нас тачка какая-то нарисована. Не знаю, дадут ли нам эту тачку. Сейчас посмотрим. Поехали. Поехали, испытания на падениях. В смысле, какие еще падения? Ё-моё, что за испытания на падениях? Так, здесь, видимо, падения какие-то будут. Ох, нифига! Тихо-тихо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да, я чуть-чуть не перепрыгнул там. Чуть не перевернулся даже. Действительно, падения, ребята, здесь. Очень опасные падения. Да, есть. Первое место. Продолжаем. Новый рекорд. Поехали вперед. Есть. Идеальнейший старт, ребята. Ой-ой-ой, аккуратно. Еее. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я не знаю даже, вот мне стоит туда запрыгивать или нет. Никто не запрыгнул. Не хватает, видимо, мощностей. Ой-ой-ой, головой не стукнется? Нет, нормально все. Первейшее место. Спасибо. Первая позиция. Дальше. О, мостик. Ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не перевернулся, ребята. Чуть-чуть. У нас испытания все сложнее и сложнее. Давай-давай-давай. Едем-едем-едем. Так, прыжочек будет. О, да. И прям в мост. Мост. Там был мост. Я думал, в воду прям упаду. Нет. Ну что ж, первое место мы заработали, это очень хорошо. Так, там что, машинка у нас будет? Еще чуть-чуть и до машинки мы доедем. Что это такое? Машинка, машинка. Поехали, поехали, поехали. Не знаю, что там нарисовано. Я буду надеяться, что новый автомобиль. Что навряд ли, конечно. Опа. Есть, 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 есть. Время в воздухе плюс 3 секунды. И здесь сейчас тоже. Ух ты, 12 секунд в воздухе.
За каждую секунду нам дают монетку. Что очень мало. Надо 10 монет давать. О, ребята, вы что там? Прям меня поджимали, смотри как, а? Что они делали? Сумасшедшие. Надо будет аккуратненько с ними. Потому что смотри, на каких они машинах едут, мощных. На каком-то джипе. Ой-ой-ой-ой-ой, чё это такое? Почему? Я чуть не перевернулся. Да. Смотри, они... Надо этого обогнать, по-рибо. Итальянец какой-то, видно. Опа! Да, первое место, пожалуйста. Давай, гони, есть! Чуть-чуть я был на волоске от второго места. Ух, победили. Давайте дальше. А, с нами играет еще Мустафа. Давай. О, идеальный старт. И мы отрываемся от них. От чуваков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как нехорошо мы там встали, а? Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, переворачиваться мне не надо. Особенно я... Пока у меня машинка не переворачивается, поэтому рисковать, я думаю, не стоит. Есть. Первая позиция. Так, это у нас была какая трасса? Третья? Нет, фига. А, да, третья трасса. Превосходно. Мы заработали 150 монет. Итого у нас уже 30 тысяч монет. Так, что-то... Так, что это, да? Разблокированный новый автомобиль, ребята. Трактор. Ух ты! Спасибо за трактор! А мы отправляемся дальше. Вот он, трактор 15 тысяч стоит. Ух ты, не, пока трактора не буду покупать. А сколько там всего машинок? О, сколько всяких много машинок. Даже танк есть. Раз, два, три, четыре, пять. А ну, а есть монстр-трак? Нифига себе. Так, подожди, монстр-трака. Ну, вот этот похож на монстр-трак, но не очень. Монстр траков тут. Вот, вот этот похож. Ну, это джип в основном. Ну, вот это даже, да, похож на монстр трака. Ну, так себе. Так, такое занятие. Так, ладно, пока трактор мы не будем покупать. Давайте в темные дороги. А, темные дороги. Высокие холмы называется. Карта. И мы едем с вами, ребятушки. Стараемся, конечно же, выиграть первое место. Едем. Нет, я там хочу карту. Я лучше просто на эти деньги куплю карту. А трактор я обязательно заработаю на тракторе, куплю его. Но пока деньги не будем тратить. О, ты чё, а? На автобусе хотел это первое место занять. Не, нифига. Я не разрешаю. Поехали. Так. Есть идеальный старт. Едем. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, давай, ускоряемся. Так, ребятушки. Опа. Так, бензик я не взял, но он не нужен мне. Нам нужна максимальная скорость. О. Тихо. Да, есть. Первая позиция. Отлично. 28 секунд, ребята. Мы побили рекорд по скорости. Да. Поехали дальше. О, все, идеальный старт. О, аккуратно. Давайте наверх попробую заехать. Да, они впереди меня заехали, им повезло. Ох, чуть бошку не снес себе. Так, а я сюда заехал. Прикинь, у меня получилось. Так, ну вот этого надо чувака обогнать. Ага. Фигушки, смотри, он не смог подняться. Так где же там уже, ребята, где же там финиш, наконец-то. Ух, победа. Победа. Все перевернулись. А нет, этот чувак не перевернулся. Ну и ладно. Так, давайте дальше. А первое место мы заняли. Ну а мы продолжаем дальше ехать. А, выбираем машинку нашу. Вот эта вот машинка. Все, едем, поехали. Проверим нашу удачу. Так, идеальный старт, хорошо. Едем, давайте ускоримся немножко. О, что это за этот гномик едет? А? Кто это за гномик такой? Сейчас, смотри, он еще на мопеде едет, офигеть. Мопед это одна из самых стрёмных машинок, я так считаю, в Химкинг Рейслинге. Ага, есть.
Победа. Первое место. Да. А и что дальше? Продолжить, да? Продолжаем. Так, все, поехали. Поехали, ребятушки. О, смотри, какая-то синяя сидит за рулем в автобусе. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Опа, тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально. Поехали. Так, опять этот клоун едет, смотри. А? Ой-ой-ой-ой, чуть не разбился. Чуть не разбился, нет, чуть, я сказал, чуть. Нет, разбился. Да, клоун вонючка мешает мне. Я на него внимание все оставляю. Так, второе место мы заняли. Так, надо нам первое занять. Так, это у нас та же трасса или новая какая-то? Мне кажется, новая трасса. Да. Так, Зак. Ферейра Роше. С нами играет Ферейра Роше и Зак. И какой-то Рапидо. Рапидо, итальянец. Ребята, я постоянно с какими-то итальянцами играю. Вы также с итальянцами играете? Скажите мне. Опа. Аккуратно. Все, давай, давай, по газам, по газуем, газуем. Есть. Первая позиция. Не знаю, какое я займу, потому что на втором месте я. А, первое, смотри, первое место мне дали. Ладно. Давайте проедем. Это что такое? О! Это что такое? Фабричный... Новый кубок, фабричный кубок. Вау! Смотри, давайте поедем дальше. У нас там есть какой-то мотоцикл. Может, мне мотоцикл дадут? Ага, фабричный кубок. Поехали на фабричном кубке. Нифига себе, я такой первый раз езжу вообще трассу. А такая разве есть, ребята, трасса? В этом, в обычном режиме. Фабричный кубок. Я такой первый раз езжу вообще. Интересно. Интересно, интересно. Фабрика какая-то. А, смотри, эти штуки нас замедляют. Но есть, наверное, которые увеличивают скорость. На какой-то фабрике едем. Ага. Точно, фабрика какая-то. Есть. И у нас первое место. Да. Это, получается, транспортная лента, которая направляется назад. Ну что ж. А, еще это, получается, еще две гоночки у нас. Давай попробуем, проверим. Мне нравится вот эта вот трасса. А, смотри, он, оф. Непонятно, куда она нажмется, видимо. А, типа я проехал, они назад поехали или как? О, ускорение будет, смотри, сейчас. Жух. Есть. Тоже, смотри, ускорение будет вперед. Ой, отлично. Так, я не включил, да? Надо было нажималочку включить. А, это что такое? Ой-ой-ой-ой. Ребята, там стоял какой-то магнит. Меня чуть не оторвало бошку. А, и разбился я в конце. А где все чуваки? Так, один на тракторе приехал. А те где? А, вот еще на скутере. А где же рейсер 779-71? А, он выбыл, короче, он сломался там, видимо. Ну да ладно. А, последняя у нас попытка. Третий заезд. Так, я не знаю. О, смотри. Опять магниты. Магниты включаются, вонючки. Они меня переворачивают постоянно. Эти вонючие магниты. Так разве вообще нормально делать? Вон, чувак на тракторе тоже перевернулся. Да, мы вдвоем, короче, перевернулись. Ёшки-моташки. А, но все равно первое место. Хорошо.